Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте. Хочу показать сегодня вам мои покупочки. Покупочки у меня из разных магазинов. Сначала хочу показать из Валберриса. На Валберрисе я заказываю. Ну, я смотрю цены, которые у нас в магазине, я знаю. И смотрю на Валберрисе, если дешевле, то заказываю. Еще я сравниваю с Алиэкспрессом. Если на Алиэкспрессе можно заказать, и можно мне еще подождать, то я на Алиэкспрессе заказываю все. На Валберрисе я заказала вот ващина. Ващина это, кто знает, это для свечей. Пчелиная ващина. Есть там большие листы, есть маленькие, которые формата... Это формата А3, наверное. А есть вообще маленькие. Ну, такой как альбомный лист, наверное. Да. Вот. Ну, так как я делаю свечи, и парафиновые, и с ароматом, и с запахом. Ну, я помешана на свечах. Я даже сама делаю, сама составляю композицию и с запахом. И еще и покупаю, если я такой... Ну, вот как бы очень мне нравятся икеевские свечи. Скоро у меня будут большие перемены. Я заказала мебель, спальню поменяю. В общем, вот такие фитили. Вот это для свечей, для вот таких аромасвечей. Есть фитили, они идут прям, это 170 рублей. На, вот сюда устанавливается сейчас, 10 штук, 170, по-моему, рублей. Ну, я для себя, вот оно устанавливается вот так. И, в общем, горит. И ващину, это Валберрис. Вот. Ну, еще сын у меня, ну, я и сына подсадила тоже, он заказывает. Ну, я говорю, сынок, что тебе нравится деньги кому-то дарить? Вот. Так, зашла в Фикс Прайс, купила освежитель воздуха. Первый раз такой брала. Это золотой оазис. Слушайте, нос заложила. А! Нос. Я не слышу. Думаю, что-то свечку с запахом, это она не пахнет. А, фух, здесь слышу. Ну, в общем, сейчас он это самое. 99 рублей. Скотч обязательно надо что-то где-то запаковать, где-то что-то отправить, где-то что-то вот сейчас на зиму, что-то на дачу. Вот это супер средство. Супер средство. Это двойной скотч. Где-то что-то такое легенькое приклеить, где-то что-то, чтобы потом отлепить, где-то... Да, 77 рублей, по-моему, 3 сантиметра на 1 метр. Всегда покупаю. И узкий скотч. Это узкий скотч, если я делаю там... Ну, это для творчества. Кто творческий человек, он понимает, что без скотча, ну, сейчас, ну, никуда, мои дорогие. Вот такую взяла. Я сейчас заказала мебель там. Письменный стол себе беленький в Икее, там шкаф. Вот еще один шкаф придет только в конце сентября, потому что его нету для книг. Еще там для творчества заказала. Ну, куда ставить эти ящики? Ящики заказала. В общем, начинается новая жизнь. Так, дальше, мои дорогие. В холодильник. Сейчас же насмотрелась органайзеров, там все такое. Еще на бесплатный вебинар там. Ну все, схожу, хочу научиться, хочу быть хорошей хозяйкой. Никак не получается. Не получается быть хозяйкой. Все хочу, хочу, чтобы было так красивенько. Все. Ну, понимаете, я вот сейчас только поняла, что у меня квартира маленькая. Чтобы было все красивенько, у меня квартира маленькая. Вот, так что... Нет, ну нормально, я ничего не хочу. Вот, это... Это уже в Икее я была, там было. Но у нас есть Доброторг еще магазин. И в Доброторге я взяла такие же. Еще и, по-моему, рублей на 60 дешевле. Я взяла вот такие по 329 рублей. Набор здесь. Это тоже в стол. Все. И он как бы идет для ложек, для вилок, но организовывает. Мне хотя и ложки, и вилки надо организовывать, но мне не нравится, когда они в столе. Мне нравится, как они стоят. Сейчас покажу. Вот мне нравится, как они вот так стоят. Я подошла, вытянула, взяла, что мне надо. И я счастлива. Вот это тоже с Доброторга. Такая классная вещь. Вот это еще. Наверное, в сушилке.
Вот. Ну, очень мне нравится. А когда внутрь лезешь, ну, вообще нет. Так, там же я тоже взяла, вот такую уже распаковала. Это Океан ароматизатор Ладекор арома. Я у них масла еще беру. Арома масла. Вот, я хотела сказать, что такую взяла, она чуть побольше. А по цене такая же. Вот этот побольше в холодильник. И еще сейчас. Точно такая же, как там, только рублей на 60 дешевле. Вот. Это хочу навести порядок в холодильник. У меня вечно там, знаете, где-то что-то там сзади, мне нужно колупаться. А так вытащил. Ну, все это мы вместе с вами организуем. Организуем так, что будет тух, организование всего организованного. Так, еще также я взяла. Жалко, только не было вот таких белых штучек. Очень мне нравится. У меня на даче висят такие штучки. Это 2 по 49 в Добротурге. Держит розеточку. Вот, посмотрите, розеточку так держит. То есть нигде оно не мотыляется. Две штуки взяла по 49. Так, вот это взяла я на дверь. Покажу вам на дверь. Потом покажу, как, куда я прицеплю на кухню. И полотенечко повешать, что-нибудь повешать. И еще, ну это я тоже взяла в холодильник, если, знаете, майонез, кетчуп, что-то такое, оно и маленькое, и узкое. Ну вообще, вертикальное хранение очень удобно, да? И оно дешевое было, что-то 100 рублей, что ли. Так, опять Ладекор, это аромафузеры маленькие, знаете, при тумбочке поставить, все. Один хочу на тумбочку поставить, это такое, тоже эта же фирма, Ладекор. По 70 рублей, что ли, она стоила. И роза. Розу... Не знаю, поставлю, наверное, в ванной. Вот. В общем, люблю я запахи всякие. По 77 рублей. Так, дальше. Взяла вот такую еще. Там была по 50 рублей такая баночка. Ну, понравилась она мне. Тоже хочу сделать свой аромафузер. Ну, его же делать там практически. Если буду делать, покажу вам. Так, и наконец-то я нашла то, что искала. Вот это бомба. Кто меня давно смотрит, знает, что я уже говорила, что есть вот такие вот липучки, которые держат все, что угодно. Я хочу это прилепить на стенку. Это для... Оно с дырочками для зубных щеток. Беленькое, все нормально, все. Потому что всякие вот эти липучки, оно отлепляется и все. Так что. Дальше. Ой, уже много кто говорил, что попробуй вот эта штука классная. Когда ты готовишь сюда шкурки чистить, там от лука, от картошки, от яиц, чтобы не открывать постоянно дверцу, туда в мусорку не бросать. Потом помыл, сполоскнул и счастье. 100 рублей, что ли? По-моему, фикс прайс она тоже была. Так, и еще я взяла герань, натуральное эфирное масло. Герань, мне нравится герань. Это я хочу сделать не свечку, это аромафузер, свечку. Арома масла не добавлять, это бесполезно. В свечи добавляется специальная отдушка именно для свечи. Потому что те отдушки, которые для мыла, они сделаны основа на воде. А нам надо, чтобы был запах, вот пришло Леонардо товары, принт на футболке читать. Вот. А нам надо, чтобы пахло. Поэтому запомните, для свечей отдельная отдушка. Так, дальше. Ну, конечно же, в машину, Стёпычу, как я не могла сделать подарок. Сделала Стёпычу. Обожаю это. Да, это, знаете, парфюмы. Как это? Аналоги парфюмов. Вот. Надолго хватает, где-то месяц, наверное, пахнет машина. Так, и взяла опять вот такие. Это, я уже показывала, на дачу брала для перегородок сковород. Вот хорошо, оно, знаете, не бьется, не царапается. У кого есть тефлоновые, тефалевые, очень хорошо. 159 рублей, две штуки. Вещь нужная. Так, мои дорогие, вот это взяла 15 стаканчиков. Маленьких. Знаете, иногда нужно снять какой-то рецепт
И думаю, господи, у меня нету такого ничего маленького, чтобы засыпать туда перчик, там то все. Я смотрела, блюдца маленькие, но они не маленькие, они большие. Слушайте, и цена у них там сейчас стекло обыкновенное маленькое. Я как-то в фикс-прайсе покупала, по 27 рублей было. Но у меня их мало. И это. Эти по 2 рубля, думаю. Вот если что, буду показывать. И классно будет. Дальше. А дальше все, что ли? А дальше, мои дорогие, все. Дальше я хочу сказать, что мы еще будем где-то, наверное, дней через 6-7 придет мне заказ с Икеи, я заказала. Будем преобразовывать мою спальню. Так, ладно, мои дорогие, если кому понравилось, а я сейчас покажу приспособление, как для чего я приспособила. И, ну да, конечно же, не все. Я еще заехала в стиралку. Мне, чтобы воск плавить, нужна была алюминиевая кружка. 130 рублей взяла. Нормально. Так, и взяла вот таких тигрят. Это, чтобы делать гелевые свечи. Вот можно вниз ставить, заливать всякие. В общем, на Новый год будут такие подарочки. По 10 рублей. По 10 рублей. Даже как магнитик горит, будет прекрасно. Слушайте, кто меня смотрел, как я покупки с Тюмени присылала? Я там показывала такую железную крышку, взяла на 3 размера. Это тоже железная крышка на 3 размера. И она стоит 100 рублей. 100 рублей. Она была по распродаже на 3. 16, 18 и 20. То есть на 3. Классно. Вообще, я очень рада. Так, еще там были по распродаже почему-то по 25 рублей. Вот такие прихватки. Я думаю, слушай, ну это же классно. Две прихваточки по 25 рублей. И они и пошиты хорошо. И они, знаете, это хлопок. То есть не будет ничего горячо чувствоваться. Все. Да и вообще красивые, фабричные, но вообще классные. Вот, поэтому взяла. Очень так, рада. У меня вот здесь висела такая, вот, кстати, это липучка, надо которую, я говорю, что в фикс-прайсе покупаю, она прозрачная. Она хорошо отлепляется, ее нужно сначала отлепить, вот она. И потом я спиртом зачищу. О, господи, вот она. Вот у меня когда здесь отлипло, то я вот в такой вот. Но оно там все не стекает и грязнится вот здесь. Поэтому сейчас мы сделаем. Берем спирт. Так, берем спирт. Наверное, ниже надо. Сейчас. Я весь здесь, чтобы зачистить. Так, вот так, да? Может, вот так? О, вот так будет нормально. И по высоте. Да. Сейчас. Сделаю. Вот так получилось. Теперь здесь зубная паста. Это моя, мужа, вот. И хорошо держит. Я думаю, нормально, да? И ничего прибивать не надо. Они молодцы, что придумали такие липучки. Правда, она одноразовая, но повесила все. Так что. Ну и вот это сейчас для полотенца положу. Все вот так. Ну и вот это вот у меня сидело. Ну, здесь тоже что-то вешается. Сейчас сюда попробую вот это для... Когда чистишь лук. Все. Вот. Ну, сейчас это надо убрать. Вот так почистил. Взял, снял. Но имейте в виду, что у кого вот так вот, как у меня сверху, нужно будет снимать. Ну, оно у меня и так было снято. Вот. Посмотрим, как это удобно или нет. Потому что я всегда в пакет. Кому-то будет неудобно. Говорит, я всегда убираю. Но я когда готовлю, я все равно ставлю какое-нибудь ведерко. Поэтому мне будет удобно. Если вам понравилось, ставим пальчики вверх. Кому не понравилось, вы меня извините. Всего хорошего, мои дорогие.